Друзья, всем привет! Сейчас в этом видео я вам покажу, как можно изменить шрифт на смартфоне Xiaomi. Это мой смартфон довольно старый, ему уже 2 года, Xiaomi Redmi 4X. Заходим в настройки, в поиске настроек пишем регион. Нам нужно поменять на такой регион, как Индия. Меняем. Так, по ходу дела уже поменяли. Потом мы заходим в темы. И здесь появляется дополнительное окошко. Вот оно, темы. Видите, там в обычном с регионом России или Украины, или там Беларуси будет 3 окошка. Здесь у нас появилось 5. Сейчас я вам покажу на своем смартфоне Redmi Note 7. Смотрите. Стандартно, видите, 3 окошка. 1, 2, 3. Здесь у нас появилось 5 в Индии. Заходим мы с вами в вот сюда. Шрифт. И, собственно говоря, выбираем любой шрифт, который вам только может понравиться. Здесь выбор довольно большой. Весьма большой. Еще. Можете еще выбрать. Специально для вас написано. Видите, бесплатно. К примеру, да? Давайте это выберем шрифт. Нажимаем. И здесь нужно еще, конечно, будет... Ну вот, и сразу же сверху можете посмотреть, как будет выглядеть такой шрифт. Вот видите? То есть сообщение будет немножко по-другому все выглядеть. Цифры, контакты ваши немного по-другому. Можно выбрать другой шрифт. Допустим, вот такой, да, потоньше. Так, смотрим. Вот видите, ваш шрифт уже будет немножко такой поинтереснее, можно сказать. Вот, и ваш шрифт меняется абсолютно на всем смартфоне. И ваши приложения будут с таким же шрифтом. Часы, время, ваши контакты, сообщения. Абсолютно все. Выбираете, перезагружаете ваш смартфон. К примеру, вот такой вот шрифт, очень интересно, такой живописно смотрится. То есть отличие имеется, видите, нажимаем бесплатно, скачиваем. Напомню, что это Xiaomi 4X, довольно старая модель, ее уже нету в продажах, я ее покупал 2,5 года назад. Скачали, применяем. Да, перезагрузить, потому что без перезагрузки шрифт не поменяется. Поэтому обязательно у вас смартфон попросит перезагрузку. Так, ну сейчас подождем несколько секунд и посмотрим, что из этого получится. Сейчас он включится. Немножечко ждем. Да, еще напишите в комментариях, что можно сделать со старым смартфоном Xiaomi. Продавать его как-то, не знаю, не особо хочется. А вот что с ним сделать? Вот видите, уже поменялся шрифт. Что сделать, я еще толком не знаю. Опускаем шторку, видите, при опускании шторки шрифт уже изменен. Ярлыки ваши на рабочем столе тоже изменен шрифт. Время. Настройки, сейчас зайдем посмотрим. Видите, шрифт поменялся. Ну что, для разнообразия такой прикольный шрифтик можно использовать. MiPay. Теперь вы знаете, как можно поменять шрифт. Если это видео вам понравилось, оставляйте свои лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Спасибо всем за внимание, друзья. Пользуйтесь этой фишкой. Всем успехов!